Они слушают очень разную музыку. Очень разную. Как таковых осознанных предпочтений, такого, что они сами пошли и нашли себе музыку, пока нет. Пока они выбирают из того, что слушают родители. И в этом смысле обезьяничают, конечно, но все равно расставляют приоритеты, что вот это я не буду слушать, потому что скучно, это мне не нравится, потому что громко, вот это, а вот это вот прям хорошо. Набор совершенно дикий, то есть от экстремального рока до японской поп-музыки, то есть там все присутствует. В равных долях.